малака выросла. Ну, добра сгодился. Ну, магчыма, і моя вина крыху ёсць, што не прынёс я шкуру мышыны, якая вырасла з быка. Але ж я мышэй пасіў, стараўся. Дай за працу хоць абяцаную капечку, я ж... Ім хацел пугаць чулі, да? Іван, номбрасад! Аплодисментах. Ну а развітуемся мы з вами толькі для таго, каб павітацца ізноўку. Заўтра з 12 до 13 і ўвечары з 20 до... Тяжело? Sí? Тяжело, да? Ангару не одно десятилетие уничтожает, пишет наш слушатель из Красноярского края, Олег Викторович. Да, и уничтожают, и будут. В обществе законов, и тем общество должно быть ближе к своему процветанию. Если у государства... Я вам рассказал, а вы намалюйте всех казковых героев. Думали? Что ж, братья, добро... Назовем до завтра моей маленькой Дашеньке отвали Коль, ты моя. Поспешив попрощаться. Радио России. В Москве 22 часа. На маяке новости в студии Руслан Бастров. Московское время 22 часа. Информационная программа «Радио России».